Нормально, нормально. А слова ты не заметила, да? Официальный зал, да, где проходят различные мероприятия различного уровня, да, на втором этаже у нас фанаты и детей. Пройдемте, да? Пожалуйста. Также вот сельское хозяйство тоже у нас в свое время
Она вот в актерской, потом на Кандалатском музее находится, в актерском наследии, актерское наследие миллионникам в свое время, совхоз, да, очень известный совхоз. По духовности Михаил Кимович очень много в свое время он работал, да, вот поднимал церкви, да, после разрушения всех уже. Ну, после суверенитета, после всяких, очень хорошо он большое внимание уделял, да. В свое время в Звездном городке, в городе Гагарин, поставили памятник матери, Анне, матери Юрия Гагарина, Анне Тимофеевне, имени Иркутя. Также вот здоровье, да, в здоровье он очень большое внимание уделял, и указом, первым указом было о здоровье. Свою работу он начал с здоровья работающего населения. Также у нас была построена медицинский центр, который сейчас функционирует очень хорошо на Дальнем Востоке, он очень успешный. Также большое внимание уделял в свое время детскому спорту. Вы, наверное, слышали, да, у нас вот проходит 96-го года международные детские игры. Слышали? Может, нет, сейчас в каком 19-м году, да, 20-м? Это в Сахалине вы в 19-м зимнее. Зимнее, да, тоже по инициативе Михаила Кимовича. В 20-м году будет в Монголии уже. А до этого у нас... Каждые 4 года у нас проходили такие большие международные игры. Михаил Кимович очень любит шахматы, и его друзья, его соратники дарят шахматы. Да? Мы видим шахматы, вот, монгольские шахматы, вот, Лимжанова, калмыцкие шахматы, да, и вот традиционные русские шахматы. Да? Он большое внимание уделял, и хотел, чтобы все дети... играть в шахматы, чтобы как предмет какой-нибудь. Да. Вот это вот нас с благодарностью дарит почитатель Михаила Кимовича, да, вот эти известные и вот начинающие языки, скульпторы, резчики, вот эти вот у нас такие вот. Дарит с мамой Кимовича, да? По образованию большое внимание Михаил Кимович уделял, да, образование. Он всегда говорит, что на пятидесяти там должно быть, да, все должны знать английский язык или другой язык какой-нибудь, да, чтобы общаться. Шахматы, рисуем все, это музыка для всех, и, ой, пятый я уже забыла, а рисуем все. Чтобы, ну, на пятидесяти, да, чтобы дети развивались здоровье, да? Вот, во имя будущего вот, тоже стен, которые очень большой, все вот эти, которые я перечислила. Также, Николай Димович, а вот это вот она, наша вот сказочный персонаж. Таких очень много интересных таких персонажей. По международному, когда был президентом, да, он очень много ездил по странам, и вот книга вышла моя, я тут в глобальном мире, да, которая рассказывает его деятельность с международными деятелями, да, и что они там, какую деятельность они провели, что было, и там, в Совете Федерации он работал. Показываю эти книги, но я сама тут работаю с одним открытием, поэтому
я говорю больше 2000 книг, но я люблю показывать вот эти вот книги, потому что они мне как бы ближе, да, вот Анатолий Карпов, да, он у нас не раз был в гостях, да, открылась школа имени Карпова в городе, и каждый год Михаил Ефимович проводит соревнования среди школьников на призы Михаила Ефимовича, да, и вот Анатолий Карпов подарил свою книгу в 2001 году, вот Михаил Ефимович с личным автографом, да, и тут он, когда приезжал, он проводил среди школьников мастер-классы, да, Анатолий Карпов, и я думаю, что Михаил Ефимович сделал большой подарок детям, которые вот они всю жизнь будут вспоминать, да, что они играли вместе с 12-м королем сада. Да? Также у нас есть книга Юрия Григоровича, тоже такая вот знаменитость, да? И он вот тоже в свое время свою вот написал, что хочет поставить Лебединое озеро в нашем Якутском театре. Да? И они же поставили Лебединое озеро в Москве, да? И эта книга тоже рассказывает о жизни деятельности Юрия Григоровича, и наши дети как бы сопричастны с Юрием Григоровичем. Да? Также у нас есть книга Марины Попович, это не одна такая книга, и это женщина очень тоже легендарная, которая... Вторая книга есть у меня, Юрий. Да, вот, я думаю, что сейчас две люди имеют эту книгу, вот с таким вот автографом, да, таким автографом только мы видим, наверное, и я не думаю, что во всех вот, библиотеках России. Ну, конечно. Вот, это Марина Попович, Марина Владимировна Попович, наверное, подарила, да, книгу, и это она, вот, я всегда рассказываю детям, что она была Терешковой, ну, они же хотели, ну, тренировались вместе, чтобы пойти в космос, да? А она лёгкий стремитель, полком, я не думаю, что она жива. Она в прошлом году умерла. Нет, в прошлом году умерла. Умерла на 90 лет, да? Ой, что не случилось, не жилится. Я видела, да. Это музыка жизни Ирины Архиповой, тоже оперная певица, не одна книга есть у нас, да? И она еще в 2006 году написала Михаил Ефимович, ну, подарила книгу в благодарности за заботу о будущем муже. Михаил Ефимович, наверное, рассказал, да, что у нас есть по его идее построена наша школа музыки, да, и что ну, такое вот. И в 2014 году, только в 2014 году был проект запущен, да, музыка для всех, которая не только в России, но и за рубежом, она уже имеет большое вот значение, да, вот такое. Таких книг очень много. И все, я хочу одну книгу вам показать. Подарил в свое время, когда приезжал, и подарил он книгу, я думаю, что эта книга только у нас, потому что тут ни экземплярности не указано, да, это книга Михаила Шолохова, лауреата Нобелевской премии, да, вот семейное издание, часть третья, у нас все части, да, вот это мы видим, да, почерк самого лауреата. Но в стихах у нас такая конференция, я уже горжусь, что такая книга у нас. Да, да. Такой книги. Я думаю, тоже наши дети сейчас, ну да? Вот. Спасибо вам. Почему православные? Это как бы славяне. Что значит? Да,